Дарэчы, сёння ўладыка з дабрачынным візітам наведаў цэнтральную гарадскую дзіцячую паліклініку ў Гомелі. Ён сустрэўся з кіраўніцтвам і персаналам установы, а таксама маленькімі пацыентамі. Павіншаваў усіх з надыходзячым святам, падараваў салодкі, падарункі і не толькі. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. Гомельская центральная городская детская поликлиника – самая буйная в областном центре. На медицинском обслуговании тут находится около 19 тысяч детей. Все это жыхары ближайших микрорайонов. Вылучается установа так само и своим отделением медицинской реабилитации и физиотерапии. Праца кабинета лечебной физкультуры расписана по годинах. Ведутся как индивидуальные занятки, так и групповые. Каждый день врачи и реабилитологи принимают тут десятки маленьких пациентов. Наша клиника пользуется большой популярностью. У нас работает самый лучший специалисты в нашем городе, мы стараемся, работаем над этим вопросом. И, конечно же, родители нам доверяют самое дорогое, что у них есть, это здоровье своих деток. Мы с удовольствием принимаем всех детей, стараемся оказать максимальную помощь. Добрачынный визит архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана чакали с нетерпением. Супрацовництво поликлиники с епархией ведет заплённое. Сустреча на передыне святу и навод без нагоды – уже традиция. Господь говорит в Священном Писании, вера без добрых дел мертва есть, поэтому надо спешить делать добро. И вот мы всегда приходим к деткам, к врачам, чтобы поздравить их с наступающим Рождеством Христовым, пожелать крепкого здоровья, чтобы не болели. А врачам я всегда желаю, чтобы был мир на еду, души, любовь, и чтобы поменьше было их пациентов, чтобы были здоровые дети, чтобы нация наша была прекрасная, здоровая, богатая, счастливая и жила в мире. До надыходящих калядов Гомельская епархия подаровала поликлинице специнвентарь для кабинета реабилитации. Два массажные переносные столы, которые могут использоваться не только в установе, але и за ее межами. Теперь послуги дома для особливо тяжких пациентов будут еще больше доступными и якостными. Мы очень благодарны владыке, потому что подаренный инвентарь расширяет перед нами все возможности. Это то оборудование, которое позволит оказывать реабилитационную помощь не только в условиях поликлиники, но и это очень важно – в условиях домашних, потому что не каждая мама со своим ребенком может прийти. В большей степени это касается детей-инвалидов, и это важно для них получить адекватную помощь. У гэты перадсвяточный день без уваги не застались и маленькие пациенты, которые подчас визиту шановных гостей находились у поликлиницы. Для них были подрыхтованы солодкие подарунки. Евгения Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».